Идет подготовка конкурсной документации для создания в Архангельске научно-образовательного центра. Об этом Александр Цибульский говорил с ректором САФУ Еленой Кудряшовой. Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, что создание арктического НОЦа крайне важно для территории, а кадровый и научный потенциал вуза помогут в продвижении проекта на всех уровнях. Наш Арктический федеральный университет стал по-настоящему таким базовым опорным вузом, и чтобы выходить даже в российском, может быть, и в международных рейтингах на самые ведущие позиции. У нас все для этого, мне кажется, есть. Александр Цибульский уже несколько лет является членом попечительского совета САФУ. Елена Кудряшова предложила временно исполняющими обязанности губернатора войти также в наблюдательный совет вуза и возглавить его.